Чего ты хочешь? Тебе прям сказать? Я могу пойти с тобой погулять. Правда? Нет, лол! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы играем в чат-мастер. Игра, которая является, по сути, симулятором трендежа, я так понимаю, в социальных сетях, в чатах, в каких-то мессенджерах. И, в общем-то, у нас сразу же начинается с начальника. Где вы вчера находились? Спрашивает меня это царская рожа бородатая. И, значит, надо найти оправдание. У меня собака заболела, ложь. Меня похитили пираты, ложь. Ты мне не всрался со своей гребаной работой, правда. Такого варианта нет, поэтому давайте. Меня похитили пираты. Ну, наверное, собака заболела, это более, я считаю, рациональное объяснение. У меня собака заболела. У тебя собака есть? Нет, я просто проспала, правда, ее зовут Жуля. Ее зовут Жуль, Жуля заболела моя. Я обожаю собак. Но в другой раз все же. Че в другой раз все же? Я не успел дочитать. Ни хрена себе, тут 57 диалогов, 57 вот таких вот мудил будет меня спрашивать, чего я почему делаю, а? 57 раз надо оправдываться? Окей, это звучит интересно, поехали, хорошо. 57 оправданий. Так, какая-то пицца, пазлы тут что-то. Очисть дисплей. Вот это я немного не понимаю, зачем мы делаем сейчас. Having fun? Нет, я не having fun сейчас. Разыграй папу. О боже мой! Привет, пап! Папа Active Now. Ну давай, о боже мой. И что такое? Что? Меня исключили из школы. Я попала в аварию! Ой, ой, замечательно! Симулятор доведения родителей до суицида. Прекрасно. Что случилось? Я сжег себе брови, я разбила твою машину. Так. Нет, ты такого не делала. Откуда ты знаешь? Я сейчас сижу внутри. Блин! Вот я обосрался. Так, ладно, ладно, хорошо, я понял. Попробуем еще раз. Ах ты ж хитрожопый старый ты козел. Внутри он сидит. Ну ладно, ладно, ладно. Так, давайте вот это дело мы закрываем. О боже мой! Да. Что? Меня исключили из школы. Как? Я побил учителя. Почему? Он был грубый. Быстро иди домой, я сидел. Розыгрыш! Слава богу. Но я тебя все равно отшлепаю. Ты была непослушной девочкой. О, нет, это. Нет, это не та игра. Это не та игра. Ну просто реально, ну он, скорее всего, все равно по роже даст. Все равно по роже даст за такие розыгрыши, мне кажется. Запомни. Так, телефончик ин-п. Телефончик ин-п. Еее, отлично! Позови ее погулять. Прикольная девчонка. Здравствуй, привет, девушка. Привет, девушка. Чего ты хочешь? Тебе прям сказать? Я могу. Пойти с тобой погулять. Правда? Нет, лол! Иди к черту. А чё, классная вещь? Да ладно, лос, по-моему, отлично. Да прекрасно же, ну. Вот ты хочешь пойти с тобой погулять. Правда? Да, ты мне показался очень клёвый. Ты тоже типа клёвый. Ты выйдешь? Ну давай, выйдешь за меня? Как? Что еще не знаю? Ты что, не видела? Ты что, не видела этого замечательного паренька, который вот-вот вылез из трансформаторной будки? Он же прекрасен. Он же замечателен. Что тебе не понравилось вообще? Сразу надо вот брать вот этого чувака вот просто себе, как сказать, в жены. Хочешь потусить? Да! Вау. То есть, а потусить я тебя знаю, да? Какой-то незнакомый хрен, она хочет с ним потусить, хотя с ним поговорила всего 2 минуты. Ну, слава богу, хоть хватило ума замуж не выходить, знаете, и то радует. И то радует, а то от этой игры много чего ожидаешь. Так, вот сюда вот идет. Вау, нет, спасибо. Так, заряди телефон. То есть, я понял, типа лабиринтик. Лабиринтик, оп, continue. Все, замечательно получилось. Смотрите в зоопарке. Устройся на работу. У вас есть вакансия? Я хочу работать в зоопарке. Слушайте, ну мне кажется, вот сразу вот с такого смайлика начинать. Давайте, официальный деловой стиль. Хочу работать в зоопарке. Хочу в зоопарке работать. Убирать дерьмо за животными. Что вы хотите делать? Убирать дерьмо, мыть слонов, кормить. Давай мыть слонов лучше, а то покормить львов напишу, а меня скинут к ним в клетку, блин. Это немного рискованно, вы же понимаете. Почему? Последнего парня слон затоптал. А за это мне будут хорошо платить? 500 баксов в месяц без страхования здоровья. Супер! Хорошо, приходите в понедельник. Дебил, надо было еще написать. Хорошо, дебил, приходи в понедельник. Если что, если вы меня больше не увидите, винить во всем слона. Так, порежь телефоны.
Потому что взрослые люди этим занимаются, по-видимому. Ты где? Мам, успокойся! В гостях, правда, в школе? В школе! В школе я! Нет, ты сейчас не в школе, сейчас в себе. Ну блин, ну может я осталась на дополнительные занятия с учителем по математике. Такой красивый, и я с ним осталась в 8 вечера в школе. Ой-ой-ой, кого-то поприсадят в тюрьму, наверное, но точно не меня. Я несовершеннолетняя. Так вот, я делаю проект «Ложь». Хорошо, я на вечеринке, правда. Я делаю проект. Я тебе не верю, я сейчас приеду. Ты что, дура, что ли? Кто в здравом уме пойдет в школу во взрослом возрасте? Зачем ты туда поедешь, объясни? Сидела бы дома. Хорошо, в гостях. В гостях я. Ты с кем-то? Яша плохой мальчик, Миша заучка. Миша, конечно. Конечно, Миш. Ты когда домой собираешься? Сейчас биологию повторим еще 3 раза. И домой, да. Я уже иду, ложь, утро кажется. Утро кажется. Ладно, мой золотой, я жду тебя. Вау, какие интересные методы воспитания. К девочке в мужском роде, значит, замечательно. Мой золотой. Прекрасная семейная этика. Великолепно. Мама, я так понимаю, наверное, ей на день рождения дарила футбольный мяч, да? Каску для хоккейную, потому что все время хотела мальчика, а в итоге вот. И теперь она, мой золотой. Ладно, мой золотой. Прекрасно. Чурующее детство. Чурующее просто. Эдит фото. Вау, какой я охеренный редактор. Уничтожь мобилу. Мы зачем это делаем, когда чатиться будем? Саша, Active Now. Давай сделаем что-нибудь безумное. Отправляйся на встречу приключениям. Это как? Что ты хочешь этим сказать? Давай спросим, это как? Приключение какое-нибудь или типа того. Вообще супер. У тебя есть идеи? Давай поедем куда-нибудь на машине. Какой машине? Куда? Канада, Словакия. Какая Словакия? Словакия, очевидно. Как без Словакии? А где это Словакия? А Словакия? В Азии! Давайте скажем, будто она в Азии. О, шикарно. В Юго-Восточную Азию, в Словакии. Так нам тогда нужны билеты на самолет? Мы на лодке поплывем! Вот это я понимаю приключение! Победа? 2 дебилоида поплывут на водке... Вначале на водке, а потом на лодке. Поплывут в Словакию, которая в Азии. Замечательно, браво. Ну то есть так и скажите, что вы наркоманы сразу. Ну что вы, собственно, тянете? Удалить спам. Ну типа как это, вот так вот, а. Вот так вот, да, хорошо. Вот это не удалять. Окей. Какая-то женщина мне присылает чемоданы. Я их не трогаю, пусть будут. Прям под музыку, пам. Вот так надо спамы удалять. Реальные пацаны удаляют спам под музыку. Под финальный аккорд, именно так. Feel the cup. Тяжело-то как, ребята. Какой сложный игровой процесс. Режиссер ИИ, получи роль. А я точно хочу у ИИ сниматься. Типа, это у кого снимаешься в кино? Я буду там с актерами потом базарить, да? А, я у Тарантино, я у Ридли Скотта. А я у ИИ. У ИИ я снимаюсь. ИИ, лучший режиссер мира. Получи роль. Всем привет, здравствуйте. Здравствуйте. Так, мы знакомы? Хочу сниматься в вашем фильме. Кого хотите играть? Бандит! Бандит хочу. Видишь, у меня какая харизма отрицательная. А вы можете выглядеть устрашающе? Ну ты рассмотрел меня? По-моему, устрашающе уже некуда. Чужаки, бегите от меня. Больше уродлив, чем страшно. Ну давай попробуем так. Так. Очень хорошо, увидимся на репетиции. Нифига себе. Вот. Все великие актеры, которые меня смотрят, я уверен, меня смотрит огромное количество всемирно известных актеров. Учитесь, учитесь. Я вам продемонстрировал, как нужно получать роли в своих замечательных проектах. Эдуард, здравствуй, дружище. Выслушай его. Привет, Эдуард. Я ищу инвестора. На что? Мне $1 миллион. В чем суть? Я собираюсь сделать ручку, которой можно писать под водой. Для этого у тебя уже есть ручка, мне кажется, парень. Твой инвестиционный план не... А, может, имелось в виду писать? Вот оно что! Да, конечно. Шикарная идея. Да, я знаю. Отлично. Сколько тебе нужно? Чувак, у меня столько нет, нахер иди. А сколько у тебя есть? $100. Прости, но это очень мало. Ну, жадный ты хрен. Но я победил. Слава богу, я победил и не позволил себя развести какому-то мудиле. Тут замечательный, короче, будильничек своим пузиком что-то в меня тычется. Говорит,
Отключи меня! Мы это будем делать в следующей серии, если вам понравится эта игра. Поэтому, если вам было это интересно, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, вступайте в группу ВК, ссылка в описании. А на сегодня мы заканчиваем, а там уж видно будет, будем мы продолжать эти веселые беседы в чатах или нет. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.